Там говорит, сказал. Сзади, сзади. Ну, ясно. Потому с мордаунтом не бухайте, пацаны. А я и не потом пух. Очнетесь где-нибудь. Я задом. В канаве. Насядитесь, вы уже в канаве. Ну, так сказать, багажника банальный. Нет, но я таскаю с собой багаж. Иди банальный он. Такой. Хотите, иди спать у всех. Так не бегай. Я тебе сказал, куда идти? За хлебом. А ты сейчас где? Дома. Бэм, с башкой в стол. Теперь надо о даггерах не думать, чтобы они упали. О, я их не буду тебе. Ты со своим ДПСом туда даже не попадешь в Керу. Ну нахуй. Нахуй просто скачаю, я попаду. Ну. Ты же в курсе. Да что мотивировать? Просто. Блять, два топора упало. Два топора. Чего не падает? Тебя вообще гига плохо слышно. Понятно. Это я услышал. Это ты услышал, да. Ну, сейчас я вашку запишу. А почему это левел не поменялся? Это рофл какая-то? Да одна шмотка не дает тебе, блядь, много. Лол. У тебя какие были? Да, у меня 7 первые. Ну и вот, блядь. 13, нахуй. Это как раз и не поменяется. Бля, у меня скини 45-е, как бы. Это формула какая-то поменяю, то... Ну, у тебя 17 шмоток. Что там? Средняя, да, у тебя 17 шмоток. Средняя типа из 13. Типа плюс 8, там, или сколько у тебя, 10, а от 17, типа, думай, будет у тебя вырастать. Надо подумать, будет ли у меня вырастать. Не, не будет, я уже все подумал. За тебя. Там чисто по формуле уже рассчитал в калькулятор. Больше не будет расти, говорит. Никто не подскажет мне, после груля в ХМке, кого убивать надо на уровне? Он Шалфир рассчитал, сказал, плюс 2 левела. Кто на трэше? Ну могу встать тут же так же, как и в обычке, правильно? Кубы. Не совсем. Тут после коста. В обычке во время. Ну, каст заканчивается и... И да, и куб разблокируется, можешь нажимать. Стану на куб. Дайте меточку. О, вижу. Блин, только хотел пати закинуть. Так, что ты... А распределил, нет танков. Отходил. Угу, понял. На трэш ты, да? Я ему кидал патю на ФК, по идее.
самодовольный глупец. Я сокрушу его, и запределье будет моим. Геру. Забери, Мэтт Фокс. Вспышка 10 секунд. Нажимаем. Липнуть его. Под босса одного. Я просто станить его не могу, так что... Контроль дайте. Десять секунд, вспышка кубы. Мне сейчас агрить. Сначала трэш, потом босса. Ну, поздно перехватывать.
Нет, он перехватил с меня. Бывает. Забирай. Хуй знает. Забирай. Навертел я этого журавля на его же фоне. Yes, sir. Не хочу журавля, он некрасивый. Я хочу себе спринцов героическую катушку. Херня. У меня такая лежит. Ничего не знаю, там крикосовая. Пить хочу. Стандартный лут с геркопыта, кстати. Два пояса. Все сразу спринты прожали. Бежим быстрее. А, завидно. А у меня сумка такая есть. На лопезе. Кому сумка нужна? Вот. Где? Сейчас. Не. У меня нету, распыла. Три. У меня один АПЗ Т4-3. Дядь чел взорвал две печати и 12-9 выдал. Ты шо? Какие ему... Я еще и печать на... Я еще и нажимал, представляешь? Да, ладно. Да. Маги не дамажут. Мне три надо, у меня одна есть. Слышь, там за магов извинись, блядь, алкаш. Осуждаю тебя. Твои слова, извиняйся. Перед алкашами. Ты будешь извиняться на колени, блядь. Ёпта. Только после тебя. Давай, давай, пати, я ж плюсуну, ёпта. Так пати-то дай. Заходи, говорит, ёпта. Сейчас зайду, ёпта. Просто ГХМ. Махтеридон уже отлетел. ГХМ. Блять. Ой. Пойдет или нет? Что там сум будет? Ебать, сум есть, ёпта.
Че, получается, завтра робот? Чего? Завтра вроде заезд. После обычки. Ёпта. Ну, реально. Ну, просто... Нет. Если, конечно, ДС робот будет вообще прекрасно в два дня как раз. Потому что у меня как раз выходные покажет. А хэмку ты когда хочешь поставить? Хэмку когда хочешь поставить? А, она стоит. Ну, 25 хм. Посмотрю. Блять, плохо когда стоит. Чё, ебать, ИВК? Ты чё, ебанусь, какой ИВК нахуй? Все понимаем. Так. Стоит, а ИВК, пиздец. В этом стадии кустори стоят. Они в какой гильдии сейчас? Мемфис. Мемфис? Твою что ли сделали? Так, чисто посидеть, пофкашить. А, смотрите, пожалуйста. Че там, Глебушка, маленький, сумань давай меня, зайчонок мой. Все надо, вообще гляну. Механизм, да, тоже верно. У нас же 10 миликов нет? А, ну кроме Мэтт Фокс. Вообще, да, я бы забрал сюда шмоточек. Так глянул. Ёпта. Шея. Может, тринька, если никому не нужно будет. Детектор? Ты что, ебанулся ты? Да, там мусорная шея. Она никому не нужна тут. Блять, а чё в пати 5 магов? Чё, ебанулись? Откуда столько? Ну вот, видишь. Чё, продакт заклемался, что ли? Так. Кто-то мной МК будет обмениваться. Войт, а там же все равно милик становится или рейндж, то есть рейндж там выживет? Смотря какой. Смотря какой. Ну, ткань, если будет, то на третий удар тебя может наебнуть. Я понял. То есть, если это элем какой-нибудь в кольчуге с щитом, то... В кольчуге там вообще кайф. А че ты посох не забрал? А, Глеб? В смысле, блять, не забрал. У тебя посох забрал. Какой-то говно. Нет, так я же забрал посох. И сокетов нет. Я думаю, даже и без них пока ставить. Он лучше будет намного. Ну вот, я про то же. Чем этот мусорный. Я там с этого, с ТТГ забрал дриплёха. Посох классный. Ну да, там посох нормально. Дриплёха, блять, вы ему что-то отдали? Ёбаный волк. Да, шоки. Дриплёха. ДПС немножко капнул. Да, может даже до гера растет. Чарки вы. Какого гера, бля? Через 15 вал. Его из гильдии из ДТДГ кикнули, блядь. Че, Триплёха вместо уроков на манекене посидел? Видимо, недолго раз, всего 15, да? Ну, видимо, пока мама в комнату не зашла. Нет, там вечер, регуляция мощная. Ты хуй, как можно на шипы не дамажить? Ну сейчас крак сочетку. Да, знает. 16, он 16 давал. Типа... Нифига себе. У меня был шипешник еще в старом Т4. Ёпта. Самом первом. Блять. Т4 апнул, я зашел и почему-то понял, что делать. Может, он 260-й.
Или 265. Глядишь, вообще. Через годик будет и... Можешь не знать, что ты даешь бешеные тысячи. Исми меня. Блять, у меня багнон сломался, сука. Я не могу и баф юзать в сумке. Ну что, Глебушка, пойдем завтра в Каражан? Мне надо этому. Тьму кто-нибудь воткните. Крош. Крот. Сагро, крот. Что, продукт срезать не будем? Сейчас будем кашечку. Бензиндон, ставь тогда на ману. А, я понял. Ну, чтобы кто-то так сделал. Пусть поглазит. Что-то игрался сразу? Нет. Молитву сбейте. Я не понимаю, что ты говоришь. Друид инвалид Дейнер в Рахиле.
потом веду на ТТМ подкат еще. Оу. Геру? Вряд ли убьем. Одна пачка лежит. У нас сбивать некому, да, каст? Ну, бидон может сбивать, по идее. Магия. Тогу можно посадить туда. Поглаз. Чё там надо сбить? Молитву по глазу. Я к нему вообще могу подходить? Да. Как еще рассказ называется? Ты можешь убить. Молитва исцеления. Бей его. Как у престолов, что молитва долгая. Бидон, ставь тотем, транквилл, ставь, дай на ману. Дам сокру. Это тоже сбивается. Хорош. Почему только киком сбивается? Но так у тебя больше и нету никаких сбиваний. У меня два стана еще есть. Но станы не сбивания. Пост. Тебе же надо интерап дать, а не стан. Я успею. Ну давай ты тогда. Опять крош. А нет. Странно, а кто активен? Друид инвалид, Варахель, Иннер, дай. Киглер побежал на паладина. И король там же, что-то. Киллер активен. Да роняйте его и все забейте. Роняйте его на бок, ломать ему. Фокс засунь еще, потом бидона, иннер.
Сейчас не так поймет. Он поймет. Это по этому беду, не подскажем то. Давал уже на предыдущий. А сокру лучше, да. Мастер Каши сказал, что Гиси говорил, что бежать ему нужно. Но его никто не услышал, просто скорее всего. Ну, видимо, микрофон не включил, сказал. Ну да, может, что-нибудь с этим было. Походу, кто-то там умирает. Мэтт Фокс, ты зачем босса забираешь? Друид инвалид по откату в Рахеле, Мэтт Фокс по откату в Бидона и на разлете. Дам сокру. Резидент Слипер, конечно. Пиздец испугается, такие просто приходят, но он это самое. Ему там ДБМ орёт, он с кухни бежит, ёпта. Срыв агра. Это хорошая идея. Да я пройти уже хочу. Ну ладно, хочешь. Хочется с бисовыми запами в Долоране постоять. А с кого бисовый зап, ну-ка? Знаешь, как бисовая голова падает с мастеркой хостой? Здесь? Я, кстати, одно время ходил с твоей головой. Да, у меня Т4 головы не было. Так, это нормальная тема для этих, для новичков. И пояс возьмешь себе еще на ШДшника. На ШДшника смерть? На СБРФ, да. Этот спек никто не сделал. Пройдем так. Дайте бэры, пока никто не видел. Че, Мэтт Фокс на пол надо? ДПС поднять.
плохо дорога один, да? Потриксоваться не можете. Ну да, типа без триксов много дэмэджа теряется. Ну вон. Возьми как там кошник, что у вас там делает. Выйдет бой. И я там пробую шаду резать с ножиком. Да, мы с ними триксами не можем обмениваться нормально. Почему так? Да, у него, ну, типа, еще не прокачанный робот. Ну, ладно. Там, чтобы грамотно это делать... Ясникова захилил сейчас, мужика. Не вижу, где он лежит. В кучке валяется. Вытягиваюсь. Я понял. А, у меня скинулся. Ясно, понятно. Короче, не босс, всякая гадость. О, мне вернули наушники. Это тебе не Валька Гир, где я крутые мувы делаю. Вон ты голова по КД падает, кстати. Сюда ачивка. Что-то быстро как-то. Либо тарелок мало, либо плохо помыл. Иди еще морай. Слава, ты знаешь, что ты убиваешь людей? Только что тебя полетел фаербол в Рахеле. На 30 тысяч. А что ты так снимаешь? На трансмог в скобочках на мейн. Имба. Возьму на трансмог себе. Там голубина и ебало, я не хочу это носить. Ми. Нормальная, как раз. У меня Т4 головы. А. Билет у голову. Я-то свой выбивал 16 КД, так и не выбил. Купил за баджи. С кинжалами, да. Я такую носил. Что, побежали 17 КД, кинжалы 14, что больше? Не, ну да, кинжалы 14. Побежали. Я так же думаю. Что-то у тебя в последнее время как-то настроение меняется. Ну, может быть, не завтра, а никогда. Никогда звучит лучше. Грипотов надо сделать. Опа. Куда припоты? Два припота, три прихлопа. Так некромантка здесь. Я понял, сейчас иду. Там какой-то рога был. Ну, там рога был. Если рога был. Он Эдик Комбат. Чуть получше, чем MVP Shadow. Сколько плюс-минус босс бьется времени? Не больше 10 минут. 10 минут. Угу. Чё, кладку в доту уже регнул? Нет, меня ждут. Бля, шкаф не работает.
Можно как-то в журнале боя настроить только игрушки? Ёпта. Чего, Рахил проебала? Могу, но я больше буду полезен в ШП. Могу под лицо за ШП побегать. Бидон, можешь чат написать, чтобы ты пишешь о темпе его маны? Слезу надену. Две слезы надену на ХП. Да, да, да. Просто плюшка в тебя залетит. Да окей. Не без проблем. У меня 28 тысяч хп. Да чел, тебя схлопнет. Суммонить можешь кто-нибудь? Эти джифсы. Не можем. Цеп не поле зрения. Надо будет под клэп оверкилить. Есть джифсы. Десять сек. Пишет. Десять сек до шкафа. Ставлю джифс. Да это хуйня, блядь, ебучая, блядь. Спасибо. Человек говорит, не поле зрения. Сломали опять что-то гандоны. Кого там надо? Мардаун, да? Мардаун, блядь, чё, всё, типа скип? И Транквилла. Дайте порт. Это вообще законно, блядь? Ну так-то уже 8.